Все, что я о вас знаю, вы о сегодняшнем дне заботитесь, а я знаю, в каком конец этого исхода будет. Но не подойдем беспечно землю. Рейба в узком лову. И не говорите, Бог сказал, позабочусь, что можно все делать. Нет, Господи, и поправляйте вашу жизнь. Супер, Архангель. Улетите всех человек, но паче всего спасайте свои души. Спасайтесь от всего развращенного рода. Кровика пузырана. Стих я уже воздал судом и смертью. Церковь пахнет. Вы не знаете жизни, вы смотрите по-человечески, вам шкода людей. Но я знаю, сколько из них наполнены меру своих беззаконий. Сколько из тех, которых называют мирными жителями, они убийцы. Сколько они детей истребили. Хай прописано. А сколько тех, которые были при власти, сколько они незаконных средств привластили себе. Сепарахатоя. И через это они возвысились и разбатили. А сколько неправильных решений было принято в вред земли сей и народу сей. Суфиан. Я все это видел, я все стал и учил. Хапни, день до фотографии. Они этого не знают. Я к ним не посылал по року. Но вы то знаете, сколько я говорю о жизни вашей. Хапарей, как мало обращали внимание на слова мои народные. Сей, лягали. Как мало верили даже те, которые по главе народа. Истине моей угрозы. Я предупреждал, и такое будет, и такое. Кто на это обращал внимание? И не прошло это время, и вы видите и слышите об этом реально. И вы говорите в разницу, каков же будет конец, что же будет с нами? Я живу, и вы будете жить. Я умножу спасенных людей, Господь. Я увеличу радость вашу, Господь. Не обещаю вам, что еще экономическая жизнь ваша еще будет лучше, чем до этого времени. Нет, Господь. Дома разукрашены не будет, как ныне разукрашен народ мой и обращался, и только напоминали, что было комфорт и удовольствие. Не обещаю вам, что вы будете ездить на пляжи и на удовольствие, не обещаю. А вероятно, скорость будет, говорит Господь. Кроме заработа. Жили бы нам, как мир, говорит, на широкую ногу, говорит Господь. Требуется. Требуется идти куда нужно, куда не нужно, говорит Господь. Але вы справдите. А ныне я вас научу ценить каждым тем, который в кармане вашем. Кроме распредовича. Не будете бросать на попусту нам, без дедушки на удовольствие. Нет, говорит Господь. Требуется. И вы дал благополучие. И я дал благословение, а вы не умели ими пользоваться. Старомок-то-то не. А теперь приобретайте добрыми делами, чтобы они вас туда приняли. Помните, когда я это говорю, не собирайте здесь, а собирайте там, Господь. Кто собирал сюда и накопил много, раздавайте и отдавайте, потому что не всем используйтесь. Хлебенцы, я говорю, это первым христианам, и они раздавали. И когда пришлось убегать, мне было жалко, поставляйте, Господь. Так многие тревожатся. Вот если сюда придет беда, а на кого оставлю? Это же сколько у меня приобретенное. И бытовая техника, и новая техника, и все, все в доме моем. А на кого же я оставлю? Феты, кам я заразу пищом? Идете, куда оставите? Куда оставите? Кезе, кирелси, кодели. Принимай этому внимание. И не допущу, чтобы народ сей был изгнан из этих пределов в этом времени. Будете жить в местности вашей и будете землю восстанавливать. Будете работать руками вашими, когда сердце ваше не прилагается к этому. То, что обещал, то исполнит. Перекрою каналы обогащения. Закроются средства, которые многие только и делали. Так, уже сезон, уже пора, уже отправлены. И снова, чтобы расширить имение, чтобы домы были краще, чтобы заборы были, чтобы все было. Не к тому будет уже Субехли, а так. Будете спасать души ваши. Сотним греки. Будете заботиться о том, что было чем накормить семью вашу. Кутери мог, петери сур. Файка будет вам урезана, говорит Господь. Хотя голодать не будете в этом. Талейнер, и еще раз обращаю внимание. Есть еще у вас, и никто у вас не забрал из домов ваших, из хозяйств ваших, транспорта и средств. Пользуйтесь и благо соседей ваших, Господь. Тех, у которых нет чем обработать поля и землю их, пользуйтесь и давайте, и даже задарок делайте, Господь. Не будете нуждаться других народов в расположении сердца, и будут приходить даже средства, и одежда, и пища, и будут распределять.
дядька, ні певні розподіляння, ні апостолу. Кумпрат цілий кошти. Я поставлю справедливих людей, а не честивих, які справедливі, також строго. Це було. Ібо я хочу восстановити положення прежнє, як було, коли народ був в пустині, вмерли, і взвешили, і розподіляли. І водні апостол так, і нині хочу зняти його. Це підпевне. І помогли розвертати тільки для себе, для своїх удовольствий. А я так зробив, щоб не тільки о себе заботився, кожен, і о другому, говорить Господь. Ту є пенсії, смотрите, і коли будете видіти нуждаючися, не сужмите руку вашу і серце ваше, Господь. Від людей обездолених і тих, котрих нет за що жить і от що одеться, Господь. І навіть тих, котрих нехід переночувати. Приймайте і діляйте добро людям, Господь. Розположиться їхнє серце. Є ті, котрі настроєні проти вас, говорить, здесь так і є. Здесь такі є люди. А куди увидять це своїми глазами, скажуть, нам говорили обман. Здесь дружелюбні люди, здесь гостеприимні, на них приведуть, здесь святі люди. І будуть каятися люди через за того. Не всі будуть через проповідь, але через добрі діла є, що многі будуть. Не діліть людей на класи і на раси, говорить Господь. Не спрашивайте, какого ти рода і яка твоя національність, говорить Господь. Это не ваше дело, не жесточайтесь проти него, если речь увидите не такую, какой вы говорите. Понимаете, я это допустил, я разделил людей, когда строили башню, но я их объединю. Когда вы будете в царстве моем, не будете говорить на своем другом языке, а другие на своем. Будет один язык, достигайте этого. Сами велики, я хочу, щоб ви були ісполнені моєю любов'ю і щоб у вас був дух, як у мене, Господь. Не желайте бедствия народу тому, говорить Господь, откуда прийшли убийці і грабителі, Господь. А не з ними, знаючи мене і молящися, теж дайте серце. Господи, там бедствують люди, а ти помилуй їх, Господь. А сколько там є спасенних людей, Господь. Курицы. Не що спасуться, Господь. Іскави. Не жесточайте серце з людьми. Якщо ви можете благословляти, то хоча не проклинайте їх. Красами добереться. Це там кожен буде, Господь. Суд мій буде і вбивця. Хоцько дведу. І тим, коли організували вбивство, страшно їх ждали сюди. Чака на барасу. Не желайте до їх гибелі, тому що суд їм давно готов, і гибелі їх не дребне до Господа. Святий наприклад. Не радуйтесь, коли будете бачити і не слышати стільки-то убитих. Не радуйтесь, а то не угодно волі буде Господа. Не березки, вирвісайте. Що в цьому звісанні сказали, не радуйся, коли враг упаде до Господа. Я ще не допустив, щоб вас убивали, і грабили, і гонили, говорить Господь. Не делайте людей, которые в этом не повинны врагами вашим будут, Господь. Боритесь о всех народах и о всей земле, Господь. Это будет благоугодно мне, Господь. И будьте мирными людьми, Господь. И храните в себе мир, Господь. Людей, которые в панике для Бога встречают, благословляйте, Господь. Людей, которые перекрывают вам дороги, требует документу, и когда они желают вам счастливого пути, говорите, да благослови тебя Господь, и точно на тебе, и что ты вооружен, да не придет оно к применению, чтобы ты не погиб, и окружающий тебя, и будут люди думать, что это за люди, и мы им ничего не говорим, и мы с них требуем, а они нас благословляют. Так делайте со всеми, и будьте спасены рукой моею. Аминь. Аллилуйя.